Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные джунгли от блондинки». Сегодня великолепнейшая погода, такое чудесное солнышко. И я хочу пробежаться по саду, погулять и посмотреть, какие же комнатные хорошо пережили вот эти холодные ночи. 3 дня были очень холодные ночи, 5 градусов и якобы 3 градуса. Так что я не все успела забрать, герани не успела забрать, бегонии. И вот сейчас покажу, как же они вот эти ночи выдержали. У меня впереди всего лишь 1 неделя тепла, потом уже будут дожди, будет очень холодно. И мне все это нужно забрать в дом. Ну а пока что вот показываю, что есть. Полюбуюсь немножко своими чудесными травками. Так мне нравится этот кустик. Вот сочетание двух вот этого чудесного такого вот миленького. Миленькая такая одна травка. И вот это называется пенисетум. Эту я знаю. Так красиво на солнышке просвечивается. И седумы такие сейчас классные. Ну что, герани прекрасно себя чувствуют. Я думаю, буду выкапывать уже в конце недели. Поближе к холодам, потому что так красиво цветет, хоть чем-то полюбуюсь. Седумы еще долго будут красивыми, им холода не страшны. Такое у меня разнотравье тут получилось. Мне нравится, когда разные растения вот так сочетаются. А вот этот чудесный седум как раз цветет. Зацветает матрона. Смотрите, какая нежность. А это уже другое. У него такие листья интересные, такие вот они зубчиками. Малинка ремонтанная. Красотища. И впервые зацветает розочка, которую я сажала в прошлом году осенью. Супер-трупер. Это первый цветочек. Вот из помидоров только вот этот сорт мне понравился. Он довольно урожайный, такой хорошенький. А все остальное какая-то ерунда. Еще немножко и поспеет азимина. Ее довольно-таки много. Вот уж не знаю, колбаса помогла или что-то еще. Я ее пыталась опылить с помощью колбасы. Розочки в этом году очень такие вот бедненькие, несчастненькие. Они обмерзли, но отросли. Надеюсь, на следующий год. Ну а комнатные пережили холода вполне нормально. Бугенвиллия, видите, вот она какая живая. Герани тоже чувствуют себя неплохо. У них много бутончиков. Но все равно я их буду заносить домой. Бегонии прекрасно себя чувствуют. Даже семена позавязывали. Хотя, наверное, это совершенно не нужно. Оторву сейчас. А вот-вот зацветет у меня кориоптерис. Какой же он красавчик. И вот здесь бегонии даже семена позавязывали. Но семена я оторву, из семян я все равно не умею бегонии выращивать. Ну что, так что вот такие растения, которые на улице себя хорошо чувствуют, бегонии, герани, бугенвиллия, они холодные температуры до заморозков, 5 градусов, 3 градуса, прекрасно себе переносят. Вот, ой, какое же солнце. Поэтому среди комнатных я беру новое направление. Простые растения, эффектные, которые прекрасно летом чувствуют себя на улице, на солнце в том числе. Вот. И вот на них я буду делать упор. Я размещу сначала в доме все, а потом что-то интересненькое докуплю. Очень хочу докупить колиусы.
Ну и посмотрю, что там еще будет. Потому что именно вот эта идея выносить комнатные на улицу и из них делать что-то красивое, в этом году у меня не получилось красиво. Ну, надеюсь, что когда-то получится. Вот. Так что комнатные все живы, здоровы и все в порядке. Ну, а всем я желаю удачи и здоровья.